приветствую на канале Wow Animal Life. Примерзшего к пледу старого пса бросили умирать. Бросил его явно человек, так как собака не могла подняться на лапы и была накрыта пледом. Женщина обнаружила животное 3 февраля, когда гуляла со своей собакой. Перед ней предстала ужасная картина. Старая, продрогшая до костей собака лежала на снегу между сугробами и еле подавала признаки жизни. На морозе плед, которым было накрыто животное, буквально примерз к нему. Подробности случившегося рассказала зоозащитница Анастасия, которая взялась помогать несчастной собаке. Пес без травм, но он не ходит. Сам он зайти так глубоко в лес, да еще укрыться пледом, не смог бы. Его просто вывезли в лес на мороз умирать. Неравнодушные люди пришли собаке на помощь. Его достали из сугроба, донесли до автомобиля и отвезли в ветеринарную клинику. Тем же вечером ветеринары не стали осматривать животное, ждали, пока отмерзнет. Пес пережил ночь. Утром взяли анализы и сделали рентген. Пес не поломанный, но почему он не встает на ноги, пока непонятно. Врачи наблюдают, пытаются выяснить. Как только станет понятно, будет уже ясно, как его лечить. Было бы хорошо найти и наказать людей, которые так поступили с несчастным животным, но это выглядит маловероятным. Важнее всего сейчас – спасти собаку. Сейчас собака ожидает лечения, но потом волонтеры начнут искать псу хозяев. Поделитесь, пожалуйста, этой историей и давайте вместе достучимся до черствых сердец тех, кто с жестокостью относится к животным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.